Всем привет, народ! Вы на канале Мега Бабки, и сегодня мы поговорим о высокодоходном проекте. Сразу перед видео, как всегда, предупреждаю всех о рисках в инвестициях. Напоминаю, что риски везде всегда присутствуют. Никогда никого ни к чему не принуждаю, просто рассказываю, куда лично инвестирую, где зарабатываю, а входить в проект или нет, решение принимаете вы сами. Говорим сегодня о проекте, который называется BitHouse. Проект очень хороший, мы видим, что есть группа ВКонтакте, также можно связаться с администрацией через email, если у вас возникают какие-то либо вопросы и вы не находите эти вопросы в панели часто задаваемых вопросов. Так, для того, чтобы здесь начать зарабатывать, первое, вам нужно зарегистрироваться. Регистрация у нас обычная, нажимаем кнопочку зарегистрироваться, вводим логин, пароль, email, повторяем пароль. Соглашаемся с правилами и зарегистрироваться. Все, вы будете зарегистрированы. После чего вы можете уже заходить в свой личный кабинет. Ну а сейчас давайте посмотрим, какие тарифные планы на сайте присутствуют. Как мы видим, здесь у нас есть очень много различных тарифных планов. Их здесь 4. Первый тарифный план нам предлагает 3% за 12 часов. Срок 12 часов. То есть мы зарабатываем за 12 часов 3%. Процента сверху к нашему депозиту. Минимальная сумма инвестиций 100 рублей, максимальная 300 рублей. То есть можно даже просчитать, к примеру, если я пополню на 200 рублей, выходит сумма у нас плюс 3%, это 6 рублей сверху. На втором тарифном плане нам предлагают 10% за 30 часов, срок 30 часов, минимальная сумма инвестиций 500 рублей, максимальная 7000 рублей. На третьем тарифном плане за 5 дней нам предлагают 50%. Каждый день мы будем зарабатывать по 30% каждые 24 часа. Минимальная сумма инвестиций у нас 3000, максимальная 25000 рублей. И самый жирный четвертый тарифный план по 80% за 7 дней. Минимальная сумма инвестиций 1000 рублей и максимальная 12000 рублей. Добро пожаловать! Описание именно проекта, что из себя он представляет. Здесь мы видим преимущества проекта. Партнерская программа здесь трехуровневая. Первый уровень 6%, второй 3% и третий 1% от инвестиций ваших партнеров и их партнеров. Всего инвесторов 150 человек. Сумма депозита уже на 96 205 рублей. И сумма вывода всего лишь 8535 рублей. То есть резерв очень огромный. Старт был вчера, 19 числа. Как мы видим, есть последние вклады. Вот люди вложат и по 5000, и по 4000. Кто по 100 рублей. Последние выплаты. Да, то есть люди выводят и вот тоже по 100, по 800. 1200 человек вывел. Проект работает, как видите, с многими кошельками. Pair, Bitcoin, Яндекс, Kiwi кошелек. Также мы видим, что здесь можно очень хорошо зарегистрироваться легко и зайти в свой личный кабинет. Я уже здесь зарегистрирован. Войдем просто и разберемся дальше, что делать. После того, как вы зарегистрировались, вам обязательно нужно зайти в панель настройки и указать там свои кошельки. Сейчас у нас загрузится сайтик. И мы продолжим видео. Так, загрузился у нас сайт. Попали мы в наш личный кабинет. Здесь у нас есть панель кабинет. Панелечка для выхода со своего личного кабинета. И мы видим платежные системы. FreeCasa, которая поддерживает все платежные системы. И Pair. Для того, чтобы начать здесь зарабатывать, сначала заходим в настройки. В настройках мы обязательно указываем все кошелечки. То есть вот я указал только Pair, но в принципе я после видео укажу все остальные кошельки. И нажимаем сохранить. После чего эти кошельки нельзя будет изменить только с помощью администрации. Это очень важно. Реферальную программу. Реферальная ссылочка находится в рефералы. Тоже нажимаем. У нас открывается рефералка. У вас отображается, сколько у вас людей, сколько вы людей получили реферальных отчислений. Вот ваша реферальная ссылочка. Вы ее выделяете, копируете, начинаете распространять и зарабатываете по трехуровневой партнерской программе.
Так, теперь для того, чтобы начать сделать здесь вклад, нам нужно сначала пополниться. Нажимаем «Пополнить», после чего выбираем сумму пополнения. Я буду пополняться на 200 рублей. Сейчас у нас подгрузится сайт. Заходим в кабинет. Нажимаем «Пополнить». Выбираем кошелек, это будет Payeer, ввести сумму, вводим сумму 200 рублей, нажимаем пополнить. После чего нас перебрасывают на наш Payeer кошелек, да, на проплату. Как видите, нажимаем пополнить. Тут у нас все в автономном режиме, мы просто проплачиваем нашу транзакцию. Как видите, комиссию проект не берет и Payeer-скую комиссию проект тоже берет на себя. То есть ровно 200 рублей, если мы инвестируем, мы ровно 200 рублей платим со своего кошелечка. Нажимаем подтвердить, вводим мастер-ключ, подтверждаем. Нас обратно перебрасывают на сайт. И теперь мы можем уже открывать депозит. Для того, чтобы у вас нет открытых депозитов, да, сделать вклад. Есть панелечка «Сделать вклад». Когда мы пополнили счет, заходим в панелечку «Сделать вклад» и здесь уже начинаем инвестировать. Выбираем тарифный план, после чего опускаемся ниже, вводим сумму инвестиций 200 рублей, нажимаем «Создать». Депозит открыт. К списку депозитов. Теперь мы можем зайти в панелечку «Депозиты». И здесь у нас отображается наш депозит, процент, который мы заработаем. Был открыт 20.16. Следующее начисление 21 в 5 часов утра. То есть завтра утром я просыпаюсь, могу выводить свой доход, да, то есть 3% и реинвестировать, либо же дальше инвестировать, либо же забирать деньги. Это уже выбор каждого. Также ж можно просто реинвестировать до какого-то определенного момента и потом забрать все. То есть это много вариантов для инвестирования. Можно проинвестировать там недели 2-3, после чего проинвестировать уже те деньги, которые вы заработали, а вывести вашу инвестицию. То есть вы в любом раскладе будете не в проигрыше. Либо же просто реинвестировать, зарабатывать и когда вам хватит, просто забрать все свои деньги. Для того, чтобы вывести средства, заходим в панелечку «Выплата». У нас открывается панель. Здесь мы спокойненько вводим сумму вывода на банковскую карту от 500 рублей. Вводим сумму, выбираем платежный кошелек, то есть Payeer, Perfect Money, Kiwi, Яндекс и Visa MasterCard. И нажимаем «Вывести». Все, деньги вам будут отправлены и вы будете довольны с профитом и с хорошим заработком. На мое мнение, проект новенький, свеженький. Можно хорошо здесь заработать. Ссылочку на проект я оставлю внизу в описании. Кому проект нравится, инвестируем и зарабатываем вместе со мной. Не забываем о рисках в инвестициях. Ставьте видео лайк, подписывайтесь на канал. Всем спасибо за просмотр. Всем пока.